Соглашение на поставку продуктов на 15 миллионов долларов и презентация строительства совместного индустриального логистического центра. В Бишкеке прошел экономический форум, где предприниматели Кыргызстана и Казахстана определили точки развития совместного бизнеса. Тему продолжит наш корреспондент в Бишкеке Бакыт Чермашев. Объединить усилия, чтобы выйти на новые рынки сбыта. На границе Кыргызстана и Казахстана планируется строительство индустриально-торгового логистического центра. Он будет возведен вблизи пограничного перехода Карасу с казахской стороны и КПП «Актилек» с кыргызской. Его общая площадь 80 гектаров, которые будут заняты складами, производственными помещениями и транспортно-погрузочной инфраструктурой. Самые ближайшие поставщики продукции – это предприятия и фермерские хозяйства Чуйской области Кыргызстана и Жамбылской области Казахстана. Главные и территориально доступные потребители – столица Бишкек, мегаполис Алматы и административный центр Тараз. Приоритетными направлениями ТЛК определены следующие направления. Это производственная кооперация, это выпуск товаров с высоким конкурентным преимуществом, включая товары народного потребления, создание мощностей для хранения и переработки сельхозпродукции, развитие кооперационных производств в сфере легкой промышленности, строительство логистических субъектов, объектов и услуг дальнейших интеграций в системе международной товарооборотной, товаропроводящей системе. Вместе с этим бизнес-форум стал площадкой для достижения оперативных практических результатов. Для встречи со своими коллегами в Бишкек приехали представители 20 казахстанских компаний из самых различных секторов экономики. В списке предоставляемых услуг и товаров – продукты питания, строительные материалы, изделия химической промышленности и даже страховой консалтинг. Все встречи проходили в популярном, но главное – эффективном формате B2B. Я думаю, мы должны и с кыргызской стороны, и с казахской стороны взяться за это дело активно и показать пример, чтобы вот мы в одном блоке экономическом, что мы можем сотрудничать цивилизованно, вот, открыто, чтобы нам никто какие-то вот искусственные барьеры нам не создавали. По итогам первого дня форума были подписаны соглашения о поставках в Кыргызстан частными казахстанскими компаниями продукции на 15 миллионов долларов. Это индикативные планы, то есть предварительные, необходимые для того, чтобы знать примерный объем двусторонней торговли. В национальной компании «Казэкспо Конгресс» говорят, что на практике цифры увеличиваются. Этот же потенциал заложен в данные, которые показывают, что за последний год товарооборот между двумя республиками составил 971 миллион долларов, в то время как потенциальная цифра совместной торговли – 2,5 миллиарда. Бакыт Чермашев, специально для Хабар 24, Бишкек, Кыргызстан.